В столице Болгарии завершился молодежный чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам среди юношей и девушек в трех возрастных группах. Всего в соревнованиях принимали участие более 300 спортсменов из 24 стран. За звание лучшего боролись и двое лангепасцев – Артем Шишокин и Ислам Абдулаев, оба студенты Лангепасского политехнического колледжа. Юноши с детства занимались в секции вольной борьбы и имеют разряды кандидатов в мастера спорта. Артему Шишокину на мировом первенстве улыбнулась удача. Первый бой провел с итальянцем. Успешно. Потом второй бой был у меня с представителем Казахстана. Его я тоже удушающим провел. Тоже такой бой был. Ну, хороший, напряженный был бой. Потом в полуфинале я с украинцем встретился. Вот там до решения дошел бой. Тоже пацан заряженный был, хотел победить, видно было. И в финале я встретился с болгарцем. Болгарец только боролся. Я понял, как тренер мне подсказал, который из сборной Хмао приехал с нами. Он мне тактику построил под бой, я выполнил ее и выиграл финал. В итоге лангепасец завоевал звание чемпиона мира по ММА среди юношей до 18 лет.